Атлант, смотрите, микроавтобус Атлант. Зачем его делать вот таким конусным? Ну, для чего его делать, чтобы он был конусом? Вот это, ну, человек, который проектировал, он каким местом думал вообще? То есть ты когда грузишь какую-то высокую вещь, что получается, она к стенке внизу не прилегает, а вверх прилегает к стенке. Почему спринтеры, транзиты, да, вот они вот, они почему-то ровные, да, как бы. А тут вот, блядь, надо вот так вот сделать. Ну, ёб вашу за ногу, для чего, блядь, вот это вот? Я вообще не пойму. У него мост, походу, на Спарку, а стоит одиночка, что-то такое. Атлант. Название-то какое-то. Атлантида, да? Да. То ли спринтер, то ли крафтер, то ли Ивека, непонятно. Сборная какая-то, солянка. Атлант. Что-то пока что вроде даже быстрый он. Да еще он и пассажирский, ёпта, нихуя себе. Морда спринтер, типа. Что ты на габаритах-то едешь? Фар-то включи. Интересные тачки делают, да? Так, а я сейчас направляюсь куда? Я сейчас направляюсь себе на деревню. Надо, что позвонил человек, там подкопать под забор метр, минут 15 лет работы. Я говорю, ну и как ты думаешь, что по деньгам, как это будет выглядеть? Ну, у тебя сколько там, 4500 час? Я говорю, ну, типа, ну, трояк. Я говорю, бля, вы заебали, нахуй, ёпта, вот это вот. Я уже заебался, вам за бесплатно, говорю, все копать. Часы эти делить, понимаете? Не, ну, я сегодня заводился, я сейчас поеду дальше, вот туда поеду. Планировку делать. Время 19 часов. Планировку поеду делать. Там часа два у меня. С дорогой, наверное, два часа. Ну, посмотрим. А тут, блядь, ну, пиздец, блядь. Тогда просто по приколу говорю, ой, дай, говорю, мне это, дай бабла. Ну, просто, помоги баблом. Что-то пару лет назад ему говорю. Он такой, не, блядь, у меня нету. Да мне не нужно было бабло. Я просто проверял, как человек к этому относится. Даже не спросил, сколько надо. Не, у меня нету. Сам дома хуячит и продает, да? А бабла спросил, нету. А мне надо копать. Ну, блядь, он с города вызовет трактор на 2 часа. Он тебе приедет, все раскопает. Отдашь ему 10 тысяч, да и все. Охо-хо, блядь. Посмотрим, сколько там сейчас копать. Дома продают по 20 лямов, а мне, блядь, как обычно, какие-то гроши, блядь. Не, ну это нормально. 3000 там за 15 минут. Это нормально. Но это же, блядь, стоило бы других денег, согласитесь. Не 3000 это стоит. То есть, ну, хотя бы, блядь, хотя бы 4-5. Ну, поглядим сейчас, если будет больше, я скажу, давай за час оплачивай, да и все. Даже за час это и то уже, блядь, для них это охуенный бонус я делаю, блядь. Ищем с этого, ёпт. Сейчас поедем за ГСМом. Пропущенный, перезваниваю. Здравствуйте, у вас пропущенный. Я не знаю. А, я, наверное, по экскаватору звонил. Говорю, наверное. Есть? Я говорю, ну. А сколько у вас минималка часов? Я говорю, ну вот если рядом со мной и
20 минут, может быть, минималка. А если, говорю, Луна, Марс, то я туда не летаю. Говорю, у вас, говорю, где объект? Молочка. Я говорю, ну, сколько у вас минимально? Я говорю, 3 часа. Не, это много. Я говорю, 3 часа плюс подача. Ну, то есть, получается, он даже не спросил, сколько часов подачи. Ну, то есть, ну, вот, много ему. Ой, много. Да как тебе сказать, много это или мало? Непонятно это, много это или мало. Когда ты купишь свой трактор, если ты его купишь, тогда ты поймешь, много это или мало. Ладно. То когда мне к нему ехать? На завтра у меня есть заказ, на весь день, я так понимаю, будет. Ну, по крайней мере, 5 часов я завтра точно обеспечен. Да, Игорь? Нет, сейчас виадук проезжаю и завожу, и сразу к тебе еду. Давай, хорошо. Так что вот так вот. Много, говорит, 3 часа ему. Блин. Ну вот так вот, ребят, у нас тут так вот, блядь. Много. Ему надо там подвинуть кучу, понимаете? Трактор должен приехать к нему, полчаса потратить туда. Ну не полчаса, 35 минут в одну сторону и 35 во вторую. Час 10 потратить должен трактор, чтобы ему час там потолкать. И он хочет заплатить за все это всего лишь 5000. А что такое? Нормально. А то, что сейчас узбеки в день 6000 рублей стоят. 5-6, и ты его хрен найдешь, этого разнорабочего, за эту цифру, блядь, ёптана. Это нормально, это хуйня. А трактор, который кучи, блядь, толкает, горы ПГСа переворачивает, траншеи выкапывает, это дорого, блядь, ёптана. Лопата в руки, вперед ебашишь ломиком и киркой. Все охуенно будет. За бесплатно, нахуй. А мы сейчас поедем Игорьку помогать. 15 минут, как будто бы 3000. Ну вот, посмотрим, что там за 15 минут нас ждут. Ну что, добрались. Добрались. Сейчас надо раскидать эту кучу. Засыпать траншею дренажную. Хотя в самом начале это не надо было. Стоит новгородская машина, 35-й регион. Дом, видать, разобранный. Или доски для дома. Не знаю, что-то, короче, сейчас будет. Поэтому сейчас мы будем засыпать траншею. Машина нам не мешается практически. Практически она нам не мешает. Но про нее не стоит не забывать. Скания. Скамеечка привезла этот домик.
Все, сейчас засыпем с этой стороны трубу. Поиграться немножко в тетрис с камешками. Разложить их более-менее. Так, это сюда пойдет. Это тоже сюда пойдет. Вот этот вот. Надо переложить сюда. Вот этот вот, не знаю, вот этот как бы лишний, пока в сторону его. Потом посмотрим, надо будет, не надо будет. Ай, выпал, сволочь. Ладно, хрен с тобой. О.
блядь, как всегда, нахуй, лапа не до конца. Надо все это щебнем засыпать остатками, и в принципе все. Как бы все. Блять, там, сука, явно может быть щебень, нахуй. Слышно, как ломается. Слышно, как ломает, блядь, сука, монахуй. Все, сейчас засыпаемся, и в принципе все. Можно отчалить, не знаю, по времени, конечно, хуй там 2 часа, наверное. Максимум, блядь. 1:20, мне кажется.